Представитель хотел бы спросить вас, одобряете ли вы политику власти Путина на Украине, и как вы относитесь ко всей этой ситуации с войной, с оккупацией Крыма и так далее? Ну, оккупация Крыма, конечно, это преступление, которое признано всем мировым сообществом. Я не считаю это спецоперацией, то, что началось 24 февраля. Это агрессия против независимого государства со стороны агрессора Российской Федерации, преступного решения Путина, основанное на преступных советах преступников. Однозначно. Кроме того, на своем канале, который имеет более 3 миллионов подписчиков, с первого часа вторжения, я это называл не иначе, это вторжение, война, агрессия. А как вы оцениваете действия власти самой России, преследование людей и также подавление оппозиции? Ну, конечно же, я это осуждаю. Как я могу это поддерживать? Однозначно осуждаю. Я считаю, что оппозиция в России абсолютно такая же, как российская власть. Это мое личное мнение. Тем не менее, каждый имеет право на свои политические высказывания, никого не имеет права привлекать к ответственности за его политическую душу. Спрашивает у вас, действительно ли вы являетесь большим патриотом Украины и никогда ли вы не высказывались против этой страны? Я не знаю в своей жизни большего патриота Украины, чем я вообще. Я что вас не обожаю, я с ней Украина с патриотом, я умер и спец. Саки, как прошу. Ar iš jūsų pasisakymų galėjau suprasti, kad jūs smerkia Putino režimą jo, ir kad jo veiksmus atitinka Ukraina laiko nusikaltimo. Iš vašų susikazvanių, можно ли понять, что вы осуждаете режим Путина и считаете его преступником? Конечно, как и все мировое сообщество, однозначно.